они. Ой! Треугольники поставь. Попробую поставить сейчас камеру. Ну, как с вами поставить камеру? Ай! Ай, ай! Ничего не пойму, что там видно. Все, не шевелим. Сидим. Вика, сейчас я тебе все объясню. Дань, ну ты можешь не облокачиваться на стол? Смотри. Так, божью коровку мы с горем пополам сделали. Да? Божья коровка. Даня доделывает один кружочек, я и забыла. Теперь мы смотрим следующую картинку. О, сложно. Ну, хорошо. Домик. Домик. Вика. Я хочу фиолетовый. Ну, мы начинаем, ладно? Учимся. Учимся. Вика это делает второй раз в жизни. Давай. Нам годик и 2 месяца. Там-тарам-там-там. Ура! Несем вот сюда. А, тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ты какая быстрая, я не успеваю. Я не успеваю за тобой. Все, она не многоразовая. Мы ее уже нормально не приклеим. Бери вот сюда. Вот сюда, давай. Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля-ля. Давай смотри, смотри, на, не на меня, туда смотри, смотри. Чух-чух-чух-чух. Ничего не получается. Вот такой маленький квадратик, нам никак его... Интересно, видно там что-нибудь, да? Там хоть что-нибудь-то видно? Что-то видно. Давай, еще фиолетовый есть. Прямоугольничек, кстати, а не квадратик. Так, еще один. Старайся, бери. Вика. Одевайся. Так. Даня разнообразит наше занятие, как может. Мы дом строим. Держи наклейку. Нет, слишком рано. Не очень-то хорошо у нас получается. Ты понимаешь, Вика, у нас дом с тобой кривой. Но все равно он развивает нашу мелкую моторику. Да вообще ужас, да, Даня? Даня в шоке, как можно было такое допустить. Да? Но мы исправим все, не переживай. Ладно? Какие-то мы, да, несерьезные мы тут с Викой какие-то, несерьезные. Ну, хоть как-то. Подожди, Викусь, еще крыша. Крыша? Куда-то засобиралась. Все, уходишь? Подожди, я тебе покажу, крыша какая интересная. Даня, не отодвигай ее, не шарахай. Все, Вика решила уйти. Всем спасибо. Это было наше занятие, направленное на развитие мелкой моторики. Собственно, захват. Помним, да? Пальчиковый захват. Очень важно формировать правильно. Не так, не так. Вот такой пальчиковый захват. И для этого нам идеально подходят книжки. Подходит эта книжка. И подходят все книжки с наклейками. Хоть там 1+, хоть там 2+. Отличается чем только? Размером фигурок. Вот здесь... Замечательные фигурки. Викуся не сидит на месте. Ни секунды пытается на этот стул залезать, слезать. Что я вам покажу? Вот, пожалуйста, крупные детали. Это сделано у нас уже. Гусеничка Вика тем временем отправилась на поиски лего-человечка. И успешно схватила пару мелких деталей. Ты ведь не будешь их есть, правда? Вика, ну ладно, конечно, ты будешь их есть. Все, я думала, ты взрослая девочка. Так, покажу быстренько. Лев тоже, крупные треугольнички. Вот они, все фигуры. На годик в самый раз, отлично вообще. И подписано даже, родителям не надо думать. Домик, гусеничка. Сделали не падать божью коровку мы. Нам Даня помогал, конечно же. Паровозик. Будем делать, домик будем делать, лягушку будем делать. Такие книжки сейчас продаются везде. Во-первых, мы приучаем... Дань, не говори сейчас. Не говори сейчас. Ой, помогаю Вике слезть просто. Помогаю. Слезла, привет. Хи-хи. Книжки с наклейками очень хороши. Мы приучаем детишек. Конфетка.
доска. Не даст сказать этот мальчик. Приучаем детишек к книжкам. В принципе, они должны полюбить книжки. К моменту поступления в школу. Большие яркие картинки. Развиваем мелкую моторику. И учимся сидеть и заниматься. Усидчивости. Вот у этих шалопопов должна сформироваться усидчивость. Хотя в дошкольном возрасте у нас все-таки преобладает игровая деятельность. Но пару минуток можно уже уделить занятию. А постепенно в годик мы можем добавлять по минутке в день, по полминутки в день. И к двум годикам можно бы и посидеть уже свои 10 минуток, а то и 15, кто как сможет. А были у меня ученики в 3 года, которые сидели 40 минуток и занимались. Но это как приучите. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Расскажу еще про развивающие книжки. Викуся тем временем отвоевывает мелкие детальки Лего, которые нельзя детишкам до 3 лет. Всем пока. Нажимайте звоночек.